Для этого нам понадобится орео, печенька, стакан молока, шоколадный соус, сливки, у меня такие в тюбике, чтобы легко было сверху выдавить, и обычное сливочное мороженое. Приступаем. Первым делом забрасываю печенюшки в блендер и превращаю их в крошку. Вторым шагом заполняю мороженого, сколько мне надо на мою порцию. Я так побольше. И капельку молочка. Закрываю пульсирующую. Ну, вот, в принципе, и все. Теперь осталось налить в чашечку, украсить кремом, шоколадным соусом и кому чем хочется. И милкшейк готов. Вот и все.